Здравствуйте, я Ариф Экбал, и с вами новости на WNS. Новые детали в деле о попытке похищения Харасаки внезапно всплыли на параде повозок Даши. Если верить показаниям очевидцев, похитители неожиданно напали в самый разгар парада. Они перехватили платформу, где находилась наследница империи Арасаки. К счастью, служба безопасности Арасаки под руководством самого Юринобу Арасаки... Так. Альдекалло. Да ну нахер, я охоту на охотника не прошел, что ли? Куда ты угораешь? Не, наверное, надо вот эту загрузить. Здесь 2.13, блядь. Блядь. Это пиздец. Ебаный рот, блядь. Ебучий йогурт, иди нахуй отсюда. Козел ебаный. Типа мочку надо догнать. Походу чуть-чуть лагает, нет?
Ну, чуть-чуть. Люди стали появляться. Ну просто ебаная миссия вот эта. Она уже лагает, блядь. Ну, я на месте. Тик-так, тик-так. Тик-так, тик-так, тик-так. Привет, Ви. Как твоя жизнь? Не восторг. Да, наверное, нетрудно догадаться. Ладно, что случилось? Мне надо с кем-нибудь поговорить. Ну? Сначала посмотри. Привет, с вами Арифик Бау и новости на WNS. Опять мертвые политики? Посмотри. Выходим из машины. Принято. Из машины, руки вверх. Тише, офицер. Спокойно. Пасть заткни. О, черт. Тут 10.53 и 54. Повторяю. 10.53 и 54. Это радио считается или как? Пахон. Пропавших подростков были найдены в машине, принадлежащей некоему Энтони Харрису. К сожалению, их судьба по-прежнему неизвестна. Преступник, известный под псевдонимом Питер Пен, выжил после ранения. Но в сознание так и не пришел. А в чем проблема, если его уже поймали? Мой племянник Рэнди пропал не так давно. А в этой записи на парне были его ботинки. А, блядь. Они боялись, что ты примешь все близко к сердцу и отстранили тебя. Скорее, приказали даже не приближаться. Следствие отдали Гонагалу. А он мало того, что тупой, так еще и не делает нихера. Я бы этого так не оставил. Знаю. Поэтому и прошу тебя помочь. А что мы должны сделать? Допросить этого овоща у нас не получится, но можем посмотреть его сны. Прости, сны? Да. Идем, расскажу все по дороге. Это экспериментально. Ебаная миссия, блядь. Они записывают сны и создают из них брейн-данс. У тебя есть доступ к этим снам? Еще нет, но их хранят в лаборатории, куда мы идем. Пиздец, бля. Правильный дохуя идет грабить. И пиздец правильный. Она красный переходит, похуй. Да. Ты договорился о встрече? Не совсем. Мы пойдем туда вместе, не через...
Отлично. Тут никого. У них сейчас разгар аудита, так что можешь шуметь. Где может быть этот брейн-данс? Надо найти комнату, где редактируют сны детей с аутизмом. Эй, Ривер, я его нашел. Нашел что-нибудь? Пока нет. Энтони Харрис, посмотри в ящиках. Ривер, а какой-нибудь дворник не мог тебя сюда пустить? Чем меньше людей узнают, что я сую нос в чужие дела, тем лучше. Я Вэйн. Да решил чисто по второстепенкам, чисто по миру пошариться. А ты, собственно, кто? Я вызываю реальную полицию. Эй, погоди, просто послушай. Так кого идёт, не идёт, нихуя. Нарываешься, Ривер? Тебе что, со стримом Харрис падает, похитил моего племянника. Станция гигов мало, нахуй. Мне очень жаль. Но мы тут храним доказательства. У нас четкие инструкции. Инструкции? Мы говорим о жизни и... О жизни. Полиция. Ну давай, приматывай. Уходи, живо! Мы не уйдем без... Тот сам... Наверняка помнишь. Тебя... Ты блок. Да мы едва знакомы, просто работаем вместе. Спасибо. Повредила кору головного мозга. Мы фиксируем только отдельные вспышки. Похоже, это тупик, Ривер. Мне... Будем пробовать. Я даже не знаю его предпочтений. Я что-нибудь найду. Так значит, ты не против? Все. Сколько у меня здесь денег? 159, блять, у меня было 170 чем-то. Пиздец, не сохранил там. Че не в доте-то? Я не понял. Иди почучи. Анценка имба. Ну давай, спрашивай. Не понимаю. Чего ж ты сразу не сказал, что тебя уволили? Не знаю. Ты иногда ведешь себя как дурак. Я в курсе. Просто мне трудно говорить о том, что меня сильно задевает. Понимаю. Хотя бы скажи, куда мы сейчас едем? К Джосу. К матери Рэнди. Она думает, что пацан просто сбежал из дома. Не говори ей пока про похищение. А что с отцом Рэнди? Пару лет назад его грохнули на разборках. Классный пример для подражания. Джосс осталась с тремя детьми. Но это не женщина, а скала. А посудомойка.
Расскажи-ка про Рэнди. Какие у него хобби? Мелкие кражи, наркота, побеги из дома. Вот его хобби. Дядя Коп расскажет о тебе только лучшее. Есть люди, у которых вечно какая-то лажа. Рэнди как раз такой. Ладно, допустим, а почему мы не будем искать квартиру Харриса? Дом. И я сомневаюсь, что он держал похищенных в подвале. Ну и вообще, мы пытаемся. Я хочу найти связь между Рэнди и Харрисом. Сомневаюсь, что найдешь. Других вариантов у нас нет. Ты уверен, что Ювэнь в итоге нам поможет? Да, все наши ссоры всегда кончаются одинаково. Расскажу тебе как-нибудь за пивом. Давай думать о том, как найти Рэнди. Давай. Давай. Так, думаем. Но в итоге нихуя. Давай. Придумаем. А когда-то приезжал каждый год. И что? Многое изменилось? Такие. Милое местечко. Мусор, ты заебал, давай быстрее. Я увидел, как Сильверхенд пропал. На моих глазах. Я Вэнь. Ривер. Джо. Его похитили. Полиция по... Мы приехали, чтоб... Давай. Мы уже приезжали, блядь. То, что игра не запомнила. О чем ты думаешь? Это его трейлер. Дядя Ривер! Привет, Моника. Привет, Дори. Останешься ночевать? Пощелую быстро. В дом. Это их старый трейлер. Рэнди его занял, когда я купил им новый. Ну и бардак. Как у меня в старые времена. Ты осмотрись, а я переберу мусор. Закрыто. Не знаешь, где у него ключ? Нет. Я знаю, вот он. Я нашел ключ. Прямо музейный экспонат. Ага. Тут какая-то игра на коробке. Не код доставки. Мы именно это искали. Дорогая техника. Рэнди мог себе такое позволить? Ты серьезно? Это железо стоит дофига. Вряд ли Рэнди смог себе сам такое купить. Я бы туда заглянул, но сомневаюсь, что он... Сейчас попробую. Прошу. Поможешь мне тут пошариться? В такой машине задержали Харриса. Когда перекрывали улицы? Блять, я... Ты смотри, какой это... Он установил, кто такой Рэнди.
Рэнди обрабатывали. Какая-то ссылка. Энтони Харрис создал скрытую страницу. Господи. Блядь, что? Ебантяй. Тут был какой-то файл. К сожалению, его удалили, но название осталось. Блин, может, этот файл и есть то, что мы ищем? Жалко, что его стерли. Эй, смотри. Этот мультик называется так же, как пропавший файл на странице Харриса. Это то, что нам надо было найти для Ивэн. Ви, вот оно. Думаю, Рэнди его скачал. Ви, ты что, не понимаешь? Может быть, это... Какую еще магию, Ривер? Ну ладно. Обойдемся без этого. Мультфильм, Ривер. Давай не будем пугать Джосс Боль. Нихуя ты убежал. Так бы себя. Но она... Джосс? Блять, вот хуйня в башке играть надо. Давай перепишем это хер и перезапустим. А, блядь. Музыка заебала. Вы нашли что-нибудь? Завтра что-то узнаем. А теперь скажи. Ривер очень круто. Останусь, конечно. О, блядь, начнется опять это. Ви, ебадрочка, блядь. Еще пять минуточек. Я Вань позвонила. Быстро, это твоя знакомая. Неплохо. Что с тобой происходит, Энтони? Мне придется об этом рассказать. Ты же понимаешь? Нас закинуло в школьные годы Харриса. Помню, все газеты писали про эту стрельбу. Мы ее разбирали в академии.
Погоди-ка, я проверю, что это было за школа. Лагуна Бенд. Похоже, в 50-е весь город затопило. Ну, зато мы теперь примерно знаем, где жил Харрис. Ну, тут все ясно. Старый кубок. В 2042 году они заняли первое место в соревнованиях по рестлингу между школами. Вот я проебашусь в этот момент. Где можно было? Гаденыш, что твой отец? Да, она опять забагалась. Они в тебя поверили. И вот так. Блять. Забагалась, сука. Короче, он говорит, когда здесь все и нахуй надо вырубать сразу. Чтоб дальше багается. И ебать этот кубок. Ви, встав. Быстро, это твоя знакомая. Неплохо. Что с тобой происходит, Дэн? Закинула в школьные годы Харриса. Помню, все газеты писали про эту стрельбу. Мы ее разбирали в академии. Погоди-ка, я проверю, что это было за школа. Лагуна Бенд. Похоже, в 50-е весь город затопило. Но зато мы теперь примерно знаем, где жил Харрис. Ну, тут все ясно. О, закрыт. Нахуй. Харрис здесь выглядит моложе. Так, а чё корова-то? Не усматривает. Опознать не получится. Отец прессовал его, будь здоров. О. Смотри. Коробка. Остальные тоже. Иди сюда! Похоже на биосканер для контроля за здоровьем скота. Давай, иди сюда! Что? Я ничего не забыл! Бачно. Он меня пиздяшил.
коровам вкалывали гормоны и антибиотики. Люди ели мясо с этим говном. Тебе сколько раз говорил не оставлять его? Я был не оставлял. Добавки для поддержания здоровья у животных. О, тот самый мультик. Малыш Тони, похоже, его обожал. Ну, тут все ясно. Похоже, мы нашли, что искали. Какие-то провода. Это последнее воспоминание. Здесь его логово. Тут часы. Час до полуночи. Похоже, Питер Пен превратил эту ферму в маленькую крепость. Горючее. Наверное, когда-то тут была заправка или что-то вроде того. Ты это тоже слышишь? Мусоровоз дает сигнал на разгрузку. Где-то рядом свалка. Да ну нахуй. Он обращается с детьми, как со скотом. Смотри, еще один. Сюда подключены боксы. Где-то есть комп, куда подключены мины и турели. Штемпель пожарной части. Южный регион. Отлично. Я нигде не вижу Рэнди. Система контролирует впрыск каких-то стимуляторов или, может, гормонов? Блять, да что такое-то, сука? Ёбаная пыль. На модели фермы есть метка Петрохема. Осветительные вышки. На них рекламировали новый альбом Аскрекс. Цвет менялся каждый час. Наверное, можно уже выходить. Итак, что нам уже удалось выяснить? Мы знаем, что Харрис живет рядом со старой школой, которая затонула. С фермы виден город и осветительные вышки Аскрекс. Это в нескольких милях от окраины. Ферма находится рядом со свалкой. Это мы тоже знаем. Погнали. Мент, блядь, заебал, давай быстрее.
постоял, так подождал, как будто я ему должен был дверь открыть. Сейчас нахуй. Там печенье. Боже, хоть бы получилось. Должно получиться. Мы за 2 дня сделали больше, чем полиция за все время. Это как раз несложно, но все равно. Спасибо, Ви. Ты очень помог. Мы найдем его, Ривер. Я же не знал, что с ним творится. Если бы я спросил. Ты ни в чем не виноват. Я его дядя, Ви. И я никак ему не помог. Блять! Держись, Рэнди. Мы уже едем. По прямой-то не, нихуя не ездит. Ебашь в разные стороны. Осторожнее! Ривер, это та ферма. Мы нашли ее. Да, да, давай в хлев, быстро! Две турели у хлева. Главные ворота не пройдешь. Ебать, так орать, то, блядь. Вообще нигде не пройдем. Крепко заперто. Давай поищем другой путь. Давай. Прикольно за них дают. Оп. Эй. Да выебать, быстро вонят. Сюда, Ривер! Быстрей! О, боже. Где ты инвалид-то, блин? Пиздец. Вот он ходит чисто. А, блядь, да я в этот пришел. В музей. Ему уже не поможешь. Хуёво. Это здесь. Рэнди! Господи.
господи, он еще жив. Мы успели. Ви, выруби эту чертову машину. Надо отключить Рэнди. Рэнди. Нужна скорая. Повторяю, нужна скорая. На ферму к югу от города. Да, пришлите наряд. Да, высылаю координаты. Нет, хотя бы несколько человек. Только быстрее. И там еще автоматическая линия обороны. Сейчас. Ну, закончилось его, нет смысла. Получилось. Он же в коме. Подох... Ривер, успокойся. Тебе нужно время. Квест мы выполним. Японский. Надо, кстати, сохраниться. Датчик. Дальше у нас что? Нэнси. Алло? А, Ви, это ты. Привет. По делу звонишь или просто так? Не прови... Ебать, я не пиздец. Погнали. На изичи сейчас квестики все эти повыполняем. Который, сука, уже выполнял. Только сохранение забыл обновить. Давай, брат.
достался тебе этот Сведен Херберг. Хочешь найти его и расспросить о смысле жизни? Ну так я тебе хоть сейчас скажу. Нет его, смысла этого. Особенно, когда в башке у тебя сидит клоун и все время подпездывает. Дай подумать в тишине. Так, долг зовет. Ха, пиратский роутер. Думаешь, про... Погнали. Подождите, надо. Делки нашего философа? Есть только один способ узнать. Так, все, опять у нас. Приятно было поболтать. Эбанешься. Идет сюда и снова обрывается. Очень странно. Сыд, блядь. Нахуй. Тут не ссал бы. Чё? Сколько? Не, ну на. Да я полный бак сожгу. Не, не пойдёт. Во, вот это другой разговор. Ха, чёрт. Опять ру. Хуйня как сгенерировалась. Сведенбург умеет позаботиться о конфиденциальности. Да, я не знаю. Ну, поговорить мне будет. Джонни,
ты заебал. Вот, теперь, блядь, нормально. Ты там куда не тыкай, пальцем в жопу попадешь, это максимум. Походу над тобой просто издеваются. Спорим, все эти точки на карте складываются в огромный философический ум. Потом поговорим. Пошли нахуй. Так, не обратно. Да, он туда нахуй. Арасака. Ну, наконец-то. Надо же. И Найт-Сити может быть прекрасен. Да, да. Ладно, мне пора.
Раз. Хуйня жужжать постоянно. Да, вот хуйня вот эта. Ох, этот фильм перестал жужжать. Керри? Джонни? В этот раз Ви. Разочарован? Блин, прости. Я так и не понял, как этот ваш цирк устроен. Керри, у тебя что-то случилось? Есть работа. Я почему-то подумал, что тебе идеально подойдет. На углу Грей и Малагра. Капитал есть кровь системы мирового угнетения. Класс. Надо заглянуть внутрь. Чутье подсказывает кто-то. Средства производства должны принадлежать коллективному бессознательному. Смотри, кто-то подцепил. Блять, если я выберу, я потом в дерьме окажусь.
Да. Я так и знал. Нет, смотри. Допер. Допер все-таки. Короче, если я правильно понимаю, этот автомат... Не беспокойся, Джонни. А, Ви. Но... Ладно, я понял. Мне не рады. Все больше, да? Джонни. Капитал есть кровь системы мирового угнетения. Ноль тридцать и 3:30 утра. Иди нахуй, сволочь, писю, падрочи. Эх, Ви, ничему тебя жизнь не учит. Опять я тут буду. Привет, Вир. Давно не виделись. Зато ты, я смотрю, вообще не изменился. Ха, ну ты же меня знаешь. Я человек старый закал. Лучший враг хорошего и все такое. Ну давай, садись. Веду тебя в курс дела. Жена опять жрет. Как я мог чуть ебал. Давай, выкладывай. Ладно, ладно. Короче, дело простое. Тут неподалеку припаркован фургончик, забитый товаром. Товар стоит приличных денег. Завтра фургончик отправится на границу, но мало ли что с ним может случиться по дороге. Сечешь? Подробности, Кирк. Что в фургоне? Милитеховские импланты. Экспериментальные, в продаже пока нет. Дерьмо прямиком из шанхайской лаборатории. И чье богатство? Да господи, блять, какая разница? Заберем, станет наше. Ну так что, возьмешься или как? Должен же быть во всем этом подвох. А хотя хер с ним, чего не попытаться. Я в деле. Никакого подвоха. Координаты я тебе отправил. Увидимся на месте. Блять, пушку нельзя достать. Осторожно! Я не снял слышал. Эй, отвали! Это наши дела! Пепе вам все уже сказал. Проваливайте. Чума, отцепись! А то загоню перо под ребро. Ребят, вы ничего не попутали? Что сделает мама Уэллс, когда узнает о ваших выходках в ее заведении? Она ведь дробовик достанет. И голову вам снесет.
Ладно, пошли отсюда, Педро. Обломали нас, да и пофиг. Да иди ты! Карахо! Паскуда! А чего? Чего случилось-то? Мелкие неприятности. Я их уладил. Охренеть! Охренеть, я тут набрался. Ну и денек сегодня у меня. А чё? Чё ты мне помог-то? Потому что в лучшем случае тебя бы просто избили. Блядский город. Ну что за люди, а? Сижу, никого не трогаю. Если б не ты. На вот, это тебе в благодарность. Больше нет. Все бармену отдал. Это заебись. Так вот, учуяли свежую корпоратскую кровь, и тут как тут. Если бы не ты, плохо бы ему пришлось. Что сказать, не все герои носят плащи. Давай-ка выпьем за твое здоровье. Давай-ка. Да не худел. Глупо было бы отказываться. Ну, живи и процветай. Тяжелый день? И не говори. Вторая смена. Подряд. Да ты на износ. Деньги нужны? Да не, домой идти не хочу. Я 7 лет женат. Вторая смена, блядь. 10 лет. И вот вдруг выясняется, что я не дотяну. Эй, по 14 хуя. Охота налево пойти. Чуть не сдох, правда. Раз уж заговорили о деньгах, не хочешь заработать? С ценой не обижу. Ну, выкладывай. Короче, есть у меня жена. Зовут Синтия. Она мне изменяет. Я знаю точно. Не знаю только с кем. Короче, меня это прямо убивает. А ты-то мастер. Ты за один вечер все выяснишь. Надо будет последить за твоей женой, походить за ней по городу. Где она сейчас? Работает рядом. Адрес я тебе дам. На перекуре ее поймаешь. Дымит она у меня, как жженая покрышка. Кто тут не дымит? Так, сегодня она пошла в розовые куртки. Да, и вроде синей такой сумкой. Яркая дама. Ну да, любит нарядиться. Тоже хорош. Подарочки ей по всем поводам. И вот тебе благодарность. А ты уверен, что она изменяет? Во-первых, она якобы вечно задерживается на работе. А я точно знаю, что это вранье. Звонил ей как-то в офис, ее там не было. А еще у нас ребенок есть. И он вообще на меня не похож. Волосы не такие, глаза не такие. Вот вообще все не такое. Раньше ты было легко проверить, а сейчас... Ты без меня знаешь. Любой тест можно обойти. Какой смысл выяснять, с кем именно она изменяет? В смысле, в чем смысл? Что за идиотский вопрос? Это простой вопрос. Ответишь? В глаза ему хочу посмотреть. Спросить, что он чувствует, когда трахает чужую жену и гробит счастливый брак. Да ладно. Я в деле. Спасаешь ты меня. Спасибо тебе, Антон. Пеппи был всегда готов помочь своим гостям добрым советом, но на сей раз в помощи нуждался он сам. История стара как мир. Неверная жена и жестокий город, в котором любой клятве грош цена. Да сука, почему он мог это там? Сосредоточиться. Долбоёб, блядь. Стоит в пробке, нахуй. Ёбнутый мотоцикл. Ебанькой.
нужно в розовую куртку. Вот она. Это была она. Роковая женщина в розовом, окутанная клубами сигаретного дыма. Я иду следом за ней. В тщетной надежде, что рассказчик заткнется. Слишком так, близко. Я взял след на удобычу. Нужно быть осторожнее. Ищейка. У меня отличный нюх на всяких сучек. Понесло пизду по кочкам. Сука. Не, диалоги здесь, конечно, вообще четкие. Шельму. Женщина обернулась. Ее плечи поникли, как под тяжелой ношей. Так тяжек грех. Продолжай, я сблюю. Твой рассказ только выиграет. Встретив бродягу, она постаралась обойти его. Не хотела запачкать одежду. Но совесть ее уже была запятнана. Женя, правда? За что ты так со мной? Хуёв детектив. Эй, осторожно! Красный. На красный переходить нельзя. Если никого нет. То погоди, у него тачка сломалась. И вот жертва скрылась в недрах старого ветхого дома. В воздухе было душно от тяжелого запаха предательства. А, может и хр... Так, так, так. Эй! Эй, ты! Ты что тут делаешь? Синтия, мать твою! Сказал же, не приведи хвоста! Меня прислал твой муж. Он подозревает тебя кое-что. Что? И видно, стой, не зря. Нет! Это не то, что ты думаешь! Я сейчас все объясню! Ну давай, объясняй. Короче, во-первых, мы не любовники. Он мой риппер. Пластический хирург. Хирург? В этой дыре? Ну да, так уж вышло. Был вынужден залечь на дно после недоразумения. Семья жертв, в смысле пациента, до сих пор меня ищет. Приходится работать здесь. Так а почему ребенок на отца не похож? Понимаешь, я... В общем, я сильно поменяла внешность. Мое тело полностью переделано. Другая кожа, волосы, глаза, вообще все. Но гены не обманешь. Вот поэтому наш сын выглядит не так, как мог ожидать Пеппер. Не потому, что он от другого мужчины, просто он пошел в меня. Прежнюю. Но зачем ты это сделала? А ты как думаешь? Со скуки. Денег было некуда девать. У всех свои секреты. Каждый совершал ошибки, о которых хочет забыть. У меня таких ошибок было много. Ебать, там я не хочу хуяри. О них говорить. Никому. Даже любимому мужу.
Может, и надо было рассказать Пеппе, но... Ну, как-то момент не подворачивался. А сейчас выяснилось, что я опять беременна. Мне вообще не до того. Пожалуйста, скажи ему... Скажи, что... Ну? Не знаю. Я и сама не знаю, что ему сказать. Но скажи, что мне очень жаль. Что моя жизнь — это грустный фарс. Хорошо? Только уйди. Пожалуйста. А вот с последним предложением согласен. Я проследил за твоей женой. Она шла в какой-то стрёмный мотель, и там ее ждал мужчина. Так и знал. И что дальше было? Знал, говоришь? Ни хера ты не знал. Она тебе не изменяет, хотя кое в чем и обманывает. Да? И в чем же? Она была у Рипера на сканировании. У нее полностью измененная внешность. Кожа, волосы, глаза. Это все импланты. Так, вот почему мой сын такой. Именно. Господи боже. Как она могла от меня это скрыть? От мужа? За 10 лет не обмолвилась. Плевать мне, какой там у нее цвет кожи. Она мне врала. И как после такого доверять ей? Короче, да, она о многом умолчала. Да, можно считать, что это обман. Но она ж тебя любит, придурок. Ты хоть понимаешь, как редко такое бывает в нашем мире? На твоем месте я бы жил да радовался. Вот и вся история. Да. Да. Наверное, ты прав. Ладно, спасибо. Вот тебе тут. За помощь. И вообще. Вот и правильно, Пеппи. Береги себя. Ночная тишина накрыла город, как мешок голову кричащего пленника. Где пришло ты? Пришло время отдохнуть, Дури, и пропустить стаканчик. Надо же. Наконец-то. Хоть что-то осмысленное. Бля. Эти кроссовки не те, сука. Вот заебательский кросс. Ну-ка, эту хуйню впаривай. Подумываю прикупить ствол. Разум. Пизди. Что есть-то? Говно какое-то, да? Чем дело у нас? Квестик еще, чуть-чуть квестик.
Туда никак не тэпнешься, да? Максимум сюда так. Ну ладно. Стоп. Пластилин ездит. Привет, Ви. Да. Джефферсон? Мне опять нужна твоя помощь. Дело деликатное. Допустим. Что от меня требуется? Не по телефону. Приедешь к нам, я тебе все объясню. Без проблем. Помогу, чем смогу. Отлично. Мы тебя ждем. Помнишь, куда ехать? Конечно. До встречи. Эй, Ви! Здорово, Чумба! Иди сюда. Сука, его выстрелил нахуй. Я тебе не Чумба. Да, да, это я так, для поддержания разговора. Разговор у нас деловой, так что выкладывай. Короче, видишь вон там гараж? Фургон внутри. Заходишь, забираешь хром, выходишь. Добыча пополам. Вопросы? Окей, я захожу. Так, гляди в оба. Обязательно. Чумба. Все чисто говорит. Несешь? Заебись. Да-да-да-да-да, пап, есть. Я чупакабра. Бой. И он жесткий так. Вообще не прогорел. А, у него 15% устойчивость к горению. Я на волшебных таблетосах все чую. Все. Вижу пута. Блять, надо, короче, до глушителей пиздак ему сейчас разворотить. Обезвредить охрану. Es un putito. Ох ты, нихуя себе. ¡Justo en la pinche cabeza!
Уже интересно, бля, мать вашу. What the fuck? Ебать, я сгорел, нахуй. Короче, надо было сразу с этой пухи долбить. Блять, она меня вообще за секунду сожгла. Я там дамаг от огня. Ёбушки вору. Как он так, сука, далеко ее кинул? Нихуя там Коби, походу. Да, мне заебошил. Все чисто, говоришь? Давай попробуем. Ну ты же знаешь, как оно бывает. Что скажешь, Чумба, то и отдам. Я Чупакабра! Ты мертвый, нахуй. Вырубаем мобки по одному, вырубается у второго. Убиваем этого с выстрела. И убиваем того нахуй. И все. Сегодня не будет, Алина, смертный день. Куда ж ты, блядь? Минус башка. Андале, держи руль! Держи, держи руль, блядь. На месте. Ну как там? Руль держится, нет? Блять, не удержался руль. Смотри, как челик-то не упал. Дрочишь ты. Ах ты, сука, извращуга грязная, а? Блять, я что за такое? Прям средь бела дня на улице. Ооо, блядь. Это что за херня? Шмотки? Ага. Причем самая дешевая паль. Да уж, инфа у Кирка железная. Впрочем, как всегда. Да ты не расстраивайся. Блять, еще и под пули влез. Че мне эти не забрать хуевинки? Ого, да вечеринка только началась. Зажигай, Ви. Ебай их, ёбну. Сука, я жирного хотел убить. Мразь, блядь. Ублюдки, блядь. Конченая, сука. Это были мои, блядь, челики. Ну, вот так выглядит смерть. Гамильтоны, блядь. Отличная речь. На свои похороны я тебя звать не буду. А с ним что делать? Попросишь кого-нибудь отскрести его и закопать? Везде. Некого просить. Я хотел жирного убить, блядь, я ему обещал. Сука. Мразь, блядь. Сучара так. Ну ладно, что теперь. Где-то в районе должны быть эти ювинки, я уверен. Давайте сюда. Едем сюда.
не открыта территория. Бомжи на металлолом распиздились. Ну ладно. Да. $225,000, блядь. Чё, ребят, там покуривает. Все мои парни. Блять, мотает. Вырулил. Не, мотоцикл это точно не мой. Хотя... Спасибо. О, я. Энтхаус. О, время два. Надо скоро спать. Эх, завтра работать. Рада снова тебя видеть. Что-то случилось? Пойдем. Джефф тебе все расскажет. Пойдем. Он как раз заканчивает готовиться. Майка, это ключевой пункт. Я перенесла программы. Все встречи, которые были в офис. Потому что в смысле, офиса мы стремимся здесь. Так что нам не поменьше. А что мы все-таки планируем делать? Сейчас узнаешь. Не. Тройничок. С ним не буду устраивать. Все, мне пора идти. Внеси правки, я потом тебе перезвоню. Ви, спасибо, что приехал. Джефферсон. Садись, не стесняйся. Поговорим о том, зачем я тебя позвал. В нашем доме произошел очень странный случай. В каком смысле странный? Просыпаюсь я пару дней назад, среди ночи. Не помню от чего, от какого-то шума. Я беру пистолет и выхожу из спальни. Вижу, кто-то чужой. Понимаю, что он сейчас потянется к оружию, и стреляю в него. Попал? Не знаю. У меня закружилась голова, и я упал в обморок. Утром все было как обычно. Я хочу, чтобы ты нашел и допросил этого человека. Полиция уже знает? Мы не хотим поднимать шум и привлекать к себе внимание. Понимаешь? Полиция сольет прессе что угодно за пару лишних ходи. Если бы мы заявили о взломе, журналисты уже стояли бы у дверей в три ряда. Ясно. Никаких копов.
Мы сообщили об этом только ССБ, нашей частной охранной службе. А что говорит ваша охранная служба? Что-то выяснилось? Вот тут-то и начинается самое странное. Они говорят, что никакого чужака не было и никто не стрелял. На записях с камер пусто. Охранник у входа тоже ничего не слышал и не видел. Они считают, что Джеку все это просто приснилось. Удобное объяснение. Лиз отправила охрану в отгул, чтобы ты мог прийти. Можешь описать, как он выглядел? А, я плохо помню, тем более было темно. Я заметил на нем какую-то маску. А может, это был имплант? Я не успел к нему присмотреться. Элизабет тоже его не видела, да? Я все проспала. От предвыборной кампании так устаешь. Говоришь, ты потерял сознание? Да, сразу как выстрелил. Так и дальше? Ничего, проснулся утром в своей постели с адской головной болью. И ты вообще не помнишь, как ты вернулся? Нет, вообще не понимаю. Элизабет тоже. Из вещей что-то пропало? Или, может, сломано? Да вроде нет. Я тоже ничего такого не заметила. Мне кажется, Джефф сразу проснулся и спугнул его. А что это за охранная компания? ССБ. На рынке они уже 15 лет. У них клиенты по всему городу. Если я правильно помню, мне их посоветовал кто-то из знакомых. Думаешь, они как-то в этом замешаны? Не знаю. Кроме ССБ, никто в голову не приходит. А, Уэлдон Холт? Он мой прямой конкурент. Мы боремся за один и тот же пост. И Холт проигрывает в вопросах избирателей. Но вообще это может быть кто угодно. У Джеффа много врагов, в том числе влиятельных. Мы так можем гадать весь день. Ну да. Поэтому я и позвонил тебе, Ви. Помоги нам понять, что тут происходит. Думаю, для начала мне надо осмотреть комнаты. Конечно. Элизабет тебе все покажет. А я побежал на собрание. Позвони, как что-нибудь узнаешь. Ну, пойдем. Я все тебе покажу. Пойдем. Все покажешь? Ловлю на слове. Отлично, веди. Начнем с места, где Джефф увидел нашего гостя. Честно говоря, иногда мне хочется взять и все бросить. Политику? До сих пор у нас получалось отклонять предложение о сотрудничестве с Найтом, биотехникой, Арасакой. Ну да, до сих пор. Вот если Джефф станет мэром и при этом не будет никому должен, тогда это можно считать победой. Это кабинет Джеффа. Капитанский мостик, склад и блошиный рынок сразу. Вот здесь Джефф наткнулся на взломщика. И выстрелил в него, да? Да, как только вышел из спальни. По крайней мере, так он запомнил. Кровь. Ее вычистили, но не до конца. Чья это кровь? Кого-то из вас? На 100%. Замазанные дырки от пуль. Может, кто-то пытался за... Похоже на то. Нет, конечно же нет. Свадебная фотография. Интересный фон. Я хотела голубые розы. Это наша спальня. Голубые розы? Ты уверена? Розы на фото больше похожи на красные. Ну да, ты прав.
У них не было голубых, точно. О, пистолет. Видимо, Джеффа, да? Вообще-то мой. Ну да, в ту ночь Джефф стрелял из него. Выяснить, да? Ведет кровавый след, блядь. Куда он ведет? Я бы что-то не ебал. Сломался? Пару дней назад работал. Хуя. Мы редко пользуемся. Ебать. Блядь. Вот это хели. Хуя вот на таком играть посиди. Пизда. Здесь прямо сел. Диван близко стоит. Диванчик может сюда подальше. Ебашить за таким хели. Заебись, что ты расхуярил чью-то хату. Господи боже! Кажется, можно поставить вашу охрану в начало списка подозреваемых. Они залезли в наш дом, в нашу жизнь. Просто нет слов. Интересно, как давно началась эта игра в прятки? Слишком давно. Хватит! Я больше на порог не пущу никого из этих... Использованный мне пакет. Как больно! Гость пошел с... Что с тобой? Не волнуйся. Опять говоришь сам с собой? Продолжай. Все чаще и чаще. С тех пор, как за мной начал таскаться один тип. Странная электроника. Для чего все это? Она подключена к настенным экранам. Интересно, куда ведут эти провода? Странно. Очень, блядь, странно. А, вот. Странно. Такую технику уже давно не используют, но она выглядит новой. Я видел кое-что похожее на войне. Такие передатчики были у Милитеха. И чё, блядь, не видно такую короткого хуйню, диапазона? Что? Нужна прямая видимость, зато сигнал перехватить невозможно. Прямая видимость? Значит, приемник должен быть где-то неподалеку. Давай посмотрим. Вижу приемник. Рядом с ним стоит черный фургон. Думаю, он нам и нужен. Передатчик вполне добивает до этого фургона. Интересно, видела ли его когда-нибудь Элизабет? Он ничего не знает. На крыше стоит передатчик. Он посылает сигнал в фургон рядом с домом. Вот скажи, ты в курсе? О, никакого передатчика мы не ставили. И о фургоне я тоже ничего не знаю. Мне кажется, это все ССБ. Не исключено. Но обычные безопасники такой техникой не пользуются.
Ты проверишь фургон? Да, хочу познакомиться с этими людьми. Я подожду здесь. Не говори пока ничего Джеффу, хорошо? Окей, как хочешь. Я позвоню ему, когда узнаю что-нибудь конкретное. Отлично. Только помни, что у Джеффа сейчас горячая пора. Ты всегда можешь поговорить со мной? Хорошо, я это учту. Привет, Ви. Здорово. Как ты? Да нормально. А я тут подумал, не хочешь заехать к нам вечерком? У Джос появилось желание замутить настоящий семейный ужин. Как тут отказаться? Вот и прекрасно. Тогда мы с Джос ждем тебя. До встречи. Наберешь, я не звоню. Ну как, что у вас тут интересного? Интересного? Не хочешь взять? Здесь? Ха, ничего, потому-то ребятишки и подаются в банды. Ни работы, ни перспектив, а из банды только два пути. Или за решетку, или в землю. Этот район давным-давно загнулся. Ну как, что у вас тут интересного? О, бля. Вы все-таки поговорили с Мисти? Я сделала, как ты сказал. Пригласила ее на обед. И? Тощенькая такая. Кто бы мог подумать? Я знаю, как она выглядит. Я спрашиваю не об этом. Она такая... эксцентрика. Сказала, мой дом стоит на природном источнике энергии. Но, наверное, я понимаю, почему Джеки... Она славная девочка. Мы обменялись номерами. Ну, как вы поживаете? Я потеряла сына. Сам-то как думаешь? Ну, блядь. Прости, Ви. Я не хотела. Я просто... Мне ведь даже тело не отдали. Говорят, похороны устраивают для живых, а не для мертвых. Как я могу с ним попрощаться, если мне даже не дали его похоронить? Ми пропио ихо! Понимаю, мама Уэллс. Надо с этими суками разобраться. Извини, не могу об этом говорить. Ладно, пора мне. Сейчас узнаем, что. Это знаешь, не съебался. Они от нас уйдут. Не упусти их, Ви. Что, стало интересно? Блять, я бежать не могу. Мы с тобой напали на след какого-то заговора. Жопой чую. Может, это агенты корпорации, и вообще хер знает кто. От нас что? Никто не уходил, бля.
потом постелил. Люди смотрят на политиков и видят красивый фасад, а за ним идет настоящая война. Это не люди выбирают депутатов в парламент. А кто? Крупные игроки, кукловоды. Они следят за такими пиралисами, ищут их слабые места, шантажируют, мухлюют с выборами. Нас в Нордсайд. Это точно ловушка. Блять, надо пиздец. Он до сих пор не прорисовался. Гринга. Ах ты, бля, как он долго. Чик-чик, бля. Перезаряжаю. Дядька, серьезно, я понял, это окей. Окей, ладно, хуй с вами, золотые рыбки. Поиграем по-другому. Давайте, блядь, давайте. Где-то, сука, убежал. Да, блядь, куда? Нахуй это дал, да? Ебаться, рот, блядь. Пиздец. Там что-то рвануло, нахуй. Я понял, здесь надо вскрытую, короче, хуярить. То, что не дамажит, вообще пиздец. Че, суки, поджигают, блядь. Стой, чувак, я одна, это хуйня. Горит он, заебись.
блядь, первый раз не попал. Ну давай, покажись! Вот, сука, убежат. Выбыло. Сучка. Все равно я тебя найду. Пиздец. Чё, чем бы? Погнали. Готово, мы внутри. Да тут информация подробнее, чем в полицейском досье. Фотографии, медицинские карты, уровень нейропластичности. Это какая-то база данных. Сканы мозга обоих пиралисов, биологические слепки, нейропластичность. Блять, а это еще что за голубая фигня? Новые нейронные связи. Джонни, они за ними не шпионят, они меняют их сознание. То есть кто-то буквально водит на поводке наших независимых политиков? Угу. Красные пятна — это следы памяти в области гиппокампа. Видишь, они накладываются на голубые. Ну и какой из этого вывод? Они пересаживают им воспоминания, меняют личность. Здесь говна не расхлебать, Джонни. Ебануться.
Кстати, среди подопытных кроликов не только пиралисы. Быстро все скачивай. Кто придет за этой инфой, тот главный подозреваемый. Блять, они стирают данные. Нас обнаружили. Теперь они знают, что кто-то копался в их базе. Главное, знают ли они кто. Ну чё? Здоровенький. Свидетелей не оставляю, и как хитман. Ебальничек каждому отдал. Стоишь? Тогда лучше сядь. Все. Оказалось намного хуже, чем мы думали. Что такое? Кто-то в прямом смысле промывает вам мозги. Они просканировали вас, через какую-то программу меняют ваши... Стой! Не по телефону. Хорошо, скоро буду. Нет, подожди. Нам с тобой надо поговорить наедине. Я буду ждать в Лапшичной в Джапантаун. Сейчас вышлю координаты. Окей. О, сейчас приеду. Лапшички поедим, бля. Давненько лапшички не ел. Погнали. На рынок. За лапшихой. О, лапшиха. Уже жрешь, блядь? Ебать, что у тебя? Съебальник. Может, спасибо, что приехал. Хоть ты раскорячилась, а? Почему мы встречаемся здесь, а не у вас? Я должна тебе кое в чем признаться. Наедине. Не при Джеффе. Ну ладно. Говори. Я... Прости, я немного нервничаю. Не могу собраться с мыслями. Начни сначала, я не спешу. Какое-то время назад я заметила, что Джефф изменился. Его личность стала другой. Он как будто на моих глазах превращался в другого человека. То есть? Он перестал читать. Забыл свой любимый фильм. Внезапно стал слушать совсем другую музыку. Вот, однажды я предложила ему сходить на могилу брата, а он сказал, что он единственный ребенок. Тогда я начала понимать, что происходит что-то плохое, что-то ненормальное. И не только с Джеффом. То есть ты знала, что я могу обнаружить все это время? Я знала, что нас меняют, но не знала, кто, как и зачем. Это потайная комната в нашей квартире. Что с ней? Я уверена, что знала о ней, но потом почему-то забыла.
по-моему, это страшно. Мне кажется, у этой истории есть продолжение. Как-то ночью я увидела в доме человека. Он возился с мониторами. Но я тогда уже была в таком состоянии, что не знала, верит ли своим глазам. И ты ничего не сделала? Я не помню, что было дальше. Утром я пошла поговорить с охраной. Дай-ка я угадаю. На камерах ничего не было. Охранник сказал, что мне все это просто приснилось. Он же сразу показал мне записи. Я подумала, что, наверное, схожу с ума. На следующий день мне позвонили. Кто это был? Не знаю. Кто-то из них. Тот, кто говорил, изменил голос. И тем более не представился. И что? Вы о чем-то договорились? Нет. Мне сказали, что наша семейная идиллия очень хрупкая. Что я должна подумать о безопасности своего мужа. А после звонка не осталось никакой записи. Будто разговора никогда не было. Я умоляю тебя, Ви. Джефферсон не должен об этом узнать. Никогда. Я не хочу его потерять. Думаешь, если я все расскажу Джеффу, он начнет войну и проиграет? Я не думаю, я знаю. У Джеффа бойцовский дух. Как был, так и остался. Он погибнет в этом бою. Угу. Как мы это обставим? Я скажу Джеффу, что ССБ нанял его соперник, Холт. Тебе надо просто это подтвердить. Да ладно. Ты правда уволишь охрану? После того, как тебе угрожали, это будет очень смело. То, что с нами делают, это одно. А потайная комната — это совсем другое. Я не позволю, чтобы кто-то смотрел на нас, когда мы спим. Не хочу, чтобы за мной шпионили в моем доме. Да какая вообще разница где? С тем, что будет делать ССБ, я разберусь сама. А тебя я просто прошу не вмешивать во все это Джефферсона. Я добавлю в график Джеффа встречу в парке примирения. Он будет ждать. Возможно, завтра я уже не вспомню об этом разговоре, поэтому не забудь, пожалуйста, о чем я тебя просила. Не забуду. Большего пообещать не могу. До свидания, Ви. Пизда, даже вообще не угостил. Вот уж пиздец, так пиздец. Не хотел бы я быть на ее месте. Кстати, о птичках. Наложение воспоминаний, смена личности. Ничего не напоминает? По крайней мере, мы знаем, что нам грозит. Что бы ты сделал на моем месте? За всем этим стоят редкостные скоты. Кто-то должен с ними разобраться. Даже ценой жизни пиралисов? Хер знает, что выкинет мэр, которым вертят какие-то говноеды. Но да, ты можешь поставить под угрозу их жизнь. А можешь не поставить. Трудный выбор, Ви. Я готов. Бать, мыльные братья. Ну что там у тебя? Для тебя самое лучшее, что есть в Найт-Сити. Ну, а именно? Самый безбашенный, суперадреналиновый вир. Реально прям огнище. Откуда он? У тебя хоть лицензия на торговлю брейн-дансами есть? Да что за вопросы? Кому это надо вообще? Мой товар такой охуенный, что ни в какую лицензию не лезет.
16 кэсов. Что на этой записи? Трансцендентный опыт. Адреналиновый удар. Вот прям реальная высокооктановая жесть. Этот вирт отвал башки, братуха. Уж ты мне поверь. Нет, не хочу. Это ты сейчас говоришь. Ты еще вернешься, я ж точно знаю. Окей. Я 16 кэсов, идешь ты нахуй. Тебе просто пиздак ударят и все. И заберу. Я же ворюга, ёпта мать. Я чё, должен деньги платить? Как дал в ебальник, нахуй. Или ногу отстрелил, сказал, ну-ка, сучара, сюда давай. Значит, сейчас тебе с револьвера башку разнесу в клочья, нахуй. Мразь ебаная. Всё, он отдаст. Блядь, покупать ещё чё-то. Да ну нахуй. Не для того мне мама на обеды давала. Кажется, это здесь. Это будет быстро. Вкусно. О, ты вовремя. Поможешь готовить. Привет. А что у вас на ужин? Джамбалая. Давай, будешь привет, мешать как мясо. Дела? А, соевые. Окей. Слушай, мне кажется, лучше позвать Джос. Джос свое уже сделала. Бери ложку и мешай. Это древний рецепт семьи Уордов? Угу. Лук, паприка, тимьян. Сейчас еще покрошу сельдерей, затем чеснок, а ты мешай пока. Мешай. Эй. Я мешаю, мешаю. Это будет лучшая джамбалая в твоей жизни. Прости, не хочу портить такой хороший день, но я должен спросить. Что там с Питером Пеном? Ты про то, убил ли я его? Давай об этом потом. Да, конечно. Просто... Ну, ты понял. Я понял. Ладно, с размешиванием закончили. Принесешь мне из кухни рис? Есть, сэр. Я. Нет, Рэнди всегда был такой. Но это ему, конечно, не помогло. Вы знаете, с его отцом тоже было сложно. Я им то же самое сказала. А они опять завели свою шарманку. Проблема таких детей никого не волнует. Да, так ответили. Я думал, я... Аня, я буду мешать. Сначала помидоры. Да, хорошо. Теперь можно бросить рис. Есть рис? Хорошо. Пускай немного поварится. Идем. Спасибо вам огромное. Я без вас бы не справилась. Да, да. Попивку? Садись. Бери пиво. Или что ты там пьешь? Мило тут у вас. Да. Как будто все хорошо и ничего плохого не случилось. Расскажешь, что там с Харрисом? Я навестил его в больнице. Ты обнулил его?
Я не был уверен, правда ли мне это нужно. Обычно хватает одного выстрела в голову. Я тоже об этом подумал. Это было бы так легко. Я приставил ему пистолет ко лбу и кое-что вспомнил. Ривер? Как умерли мои родители. Точно? Хочешь это слушать? Что с ними стало? Может быть, ты помнишь, у отца Харриса была ферма. У моего тоже, но ее забрали. Родители кое-как открыли небольшой магазин, и мы жили прямо над ним. А однажды ночью нас разбудил шум. Они искали деньги. Касса была пуста, и они пошли наверх. Поставили нас всех на колени и стали спрашивать у отца, где он прячет деньги. Ривер, можешь не продолжать. Что, наслушаться? Нет, просто я вижу, что тебе тяжело об этом вспоминать. Может, тогда и не стоит? Да, хорошо. Наверное, ты прав. Просто скажи... Что ты сделал с Харрисом? Приставил пистолет к голове и... Мне случалось убивать, но так никогда. Это была бы казнь. Я вышел из больницы и решил, что на этом дело закрыто. Это хорошо. А что теперь? В полицию ты уже не вернешься? Стану частным детективом. Пока не думал, не знаю. Пошли. Ривер, ты сказал, что с нами поиграешь. Ты же нам обещал. Ладно, ладно. Играем. Ви, идешь с нами? Во что будем играть, дядя Ривер? Увидишь. Дориан, мы играем. Большой переполох в Хейвуде. Давай, бери свое. Ну как? Что думаешь? Всегда хотел сыграть во что-нибудь такое. Вау! Ничего себе у тебя ствол! У нас нет времени на пустую болтовню! Мы должны поймать этого подонка! Кого? А вот вы у нас кто? Ви, позволь представить. Капитан Джон Маклейн и лейтенант Генри Каллахан. Краса и гордость нашего участка. Лучше не вставай у них на пути. Я работаю один. Исключений делать не буду. Даже для тебя. Да-да, я...